Зинна ГБОУ СОЖ-556, Южный округ. Ну, как бы я для себя решила такие перспективы определить. Пока что у меня играют только дети. Я хочу привлечь родителей, чтобы они на равных участвовали с ними в спектакле. Родители и сейчас уже заинтересованы, потому что за роли у меня дети бьются. Им очень интересно. И хочу сказать, что очень сейчас большие результаты. Дети, которые плохо говорят, они лучше начинают говорить. Дети закрепощенные, они, естественно, раскрепощаются, начинают петь, танцевать. Ну, в общем, здорово и интересно. Мало того, этим занималась в нашем дошкольном учреждении только я одна. Видя все это, подтягиваются остальные группы. Теперь ежегодно у нас проводится весной неделя сказки, где участвует все наше дошкольное учреждение. А так как у нас совместное ГБОУ СОЖ-556, у нас три дошкольных отделения, то мы между собой еще у нас соревнования. Вот так вот, да. Знаете, применение моей сказки, это значит, кому за державу обидно, я могу поделиться, может быть, тоже своих поставят этот спектакль. Его можно разыграть как кукольный спектакль, его можно разыграть как мультспектакль, нарисовать рисунки детей, снять их, и вот получился целый мультсериал, пожалуйста. Значит, и я уже работаю на другом сказке, да, то есть уже пытаюсь еще проектов много сделать, поэтому фольклор, я считаю, что это сейчас приоритетное направление, чтобы наши дети росли патриотами своей родины.